Бонафорта для орхидей, способы и инструкции по применению. Домашние орхидеи требуют внимания и постоянного ухода. Кроме поддержания необходимой температуры и влажности, важно следить за освещением и регулярно удобрять растения. Это влияет на скорость роста новых цветков и листьев. На сегодняшний день на рынке существует множество удобрений. Однако стоит выделить средства для удобрения Бонафорта для орхидей российского производства. Способы использования. Препарат Бонафорта имеет в составе янтарную кислоту, а также фосфор, азот и другие полезные микроэлементы. Поэтому, используя его, необходимо учесть некоторые особенности препарата, а также потребности растения. Домашние орхидеи. Особенности. Главная особенность препарата Бонафорта – это возможность его использования для корневых и внекорневых подкормок. Поливая средство под корень растения, необходимо разбавлять его в дозировке 5 мл на 1,5 литра воды. Важно! Необходимо исключать застой воды в растении при удобрении. Для исключения гибели растения при пересадке делают большое количество дренажных отверстий. Во время внекорневой подкормки существует иная техника смешивания раствора 5 мл на 3 литра воды. Желательно избегать прямого попадания концентрата на бутоны. Это приведет к их гибели. В холодное время года подкормку осуществляют один раз в 4 недели. С приходом тепла один раз в 2 недели. Приготовленный раствор рекомендуют хранить не больше 2 недель, иначе он пропадет. Перед тем, как использовать раствор, его обязательно встряхнуть. Это поможет растворить осадок. Само удобрение своих питательных свойств не теряет ни по истечению срока годности, ни при заморозке, разморозке. Дозировка препарата. Если подкормка прикорневая, то используют 5 мл препарата на 1,5 литра воды. В случае внекорневой подкормки количество воды при той же дозировке средства увеличивают в 2 раза. Таким образом, флакона средства Бонафорта в 285 мл хватит на 85 литров раствора для корневого удобрения и на 171 литров для внекорневого. Как применяют удобрение Бонафорта для всех комнатных растений? Инструкция. К средству Бонафорта для всех комнатных растений инструкция идет в комплекте. Наиболее эффективный результат удобрения дает при совмещении обоих типов подкормки, полив и опрыскивание. Опрыскивание орхидеи. Норма расхода растворов следующая. Корневая подкормка, обычный полив. Прикорневая подкормка, опрыскивание до полного смачивания. Важно! Рекомендуется избегать попадания раствора на цветки во избежание их гибели. Если растение было недавно пересажено, то не рекомендуется подкармливать его в течение ближайших 2 недель после пересадки. Также нельзя осуществлять подкормку болеющих растений. Специалисты рекомендуют чередовать подкормку минеральными удобрениями Бонафорта для орхидей серии «Красота» и органоминеральными серии «Здоровье». Это позволит обеспечить растение всеми необходимыми полезными веществами и микроэлементами. Менять серию удобрений рекомендуется раз в 3 месяца. Показания и противопоказания. Тоник Бонафорта рекомендуют использовать для стимуляции роста и цветения. Кроме того, удобрение в некоторых случаях используется как лекарственное средство для орхидеи. Чаще всего в качестве лекарства его используют при борьбе с вредителями. Если растение болеет, то удобрение крайне не рекомендуется использовать, так как оно не только не поможет, но и ослабит орхидею. Уход за растением. Орхидеи растут в тропических странах. Встречаются в лесах с повышенной влажностью, на стволах деревьев, вдоль берегов водоемов и рек, а также на скалах. В любом из мест обитания орхидея имеет крепкую точку опоры. Однако в условиях домашнего выращивания условия обитания орхидей отличаются от дикой природы. Его необходимо высаживать в мягкий и легкий субстрат, в составе которого есть сосновая кора. Первым местом обитания дома для орхидеи становится пластиковый контейнер. В данном случае сосновая кора – это фиксатор. Кроме того, она обладает всеми необходимыми элементами для того, чтобы цветок не пересыхал и не выпадал из горшка. Рекомендуется в горшок также помещать сфагнум, гель, керамзит и минвату. Это способствует благоприятному и быстрому росту растения. Важно!
используя подкормки, необходимо действовать четко по инструкции, идущей в комплекте к удобрению Бона Форта для всех комнатных растений. Полив. Для первой подкормки рекомендуется приобретать удобрение Бона Форта для орхидей из серии классических, так как количество микроэлементов в них стандартное, а макроэлементов – пониженное. Необходимо это делать потому, что орхидеи относятся к классу эпифитов, которые плохо реагируют на пересоленность добавляемого субстрата. Полив орхидеи. Перед подкормкой растения обязателен его полив. Специалисты рекомендуют осуществлять полив из емкости, в которой настаивается вода комнатной температуры. После полива и проверки, что корни хорошо впитали влагу, начинают подкормку. Важно следовать инструкции к препарату. Пренебрежение правилом полива перед удобрением может привести к гибели растения. Орхидеи получают таким образом сильнейшие ожоги, которые способствуют отмиранию корней. Важно! В инструкции по применению удобрения Форта для орхидей рекомендуют не использовать неразбавленный концентрат препарата напрямую. Подкормка. У подкормки орхидей есть некоторые особенности. Во-первых, нельзя держать растение в растворе с удобрением более 20 минут. При приготовлении раствора используют только отфильтрованную воду. Перенос растения на постоянное место обитания после подкормки происходит только после полного высыхания дна исхода всей воды. В противном случае на подоконник может попасть раствор, который в будущем будет впитываться корнями орхидеи и губить ее. Специалисты считают, что использование удобрения Бона Форта для орхидеи исключительно положительно влияет на рост, развитие и здоровье растения. Цветоносы формируют большее количество цветков, и сам срок цветения продлевается. В составе препарата есть стимулятор роста, который позволяет орхидее развиваться быстро и эффективно. Благодаря витаминам B, C и P улучшается иммунитет растения. Кроме того, Бона Форта защищает растение от негативного воздействия окружающей среды, в том числе от перепадов температур низкого уровня влажности и сквозняков. Благодаря подкормке процесс фотосинтеза будет эффективным и растение будет жить дольше. Пересадка. Перед тем, как начинать процесс пересадки, необходимо обильно полить растение и дать корням полноценно впитать воду. После этого орхидею аккуратно извлекают из горшка и осматривают корни. Важно проследить за их крепостью, отсутствием пятен и болячек. При обнаружении болезненных участков их необходимо срезать канцелярским ножом и обработать фунгицидом. Срез болезненных участков на орхидее. Нельзя удалять псевдобульбы, так как они источник полезных веществ и микроэлементов, которые впитывают и удерживают влагу. Даже в случае болезненного вида их трогать не рекомендуется. Выращивая орхидеи, важно использовать дренаж, для того чтобы вода не застаивалась в горшке. Подойдет любой инертный дренаж, доступный в магазинах, галька, черепки, керамзит. Последний перед укладкой необходимо хорошо промыть. Высота слоя дренажа не должна превышать 1/3 высоты самого горшка. Перед непосредственной пересадкой рекомендуется промачивать субстрат для того, чтобы его компоненты были достаточно увлажнены. Субстрат помещают на дно горшка, а на него – орхидею. Длинные корни растения рекомендуют сворачивать кольцом во избежание ломки. Сверху растения досыпается субстрат до края горшка. В процессе необходимо слегка встряхивать горшок, чтобы субстрат просыпался до корней и уплотнился. Важно! Не рекомендуется уплотнять субстрат руками. Это может привести к облому корней. Для благоприятного и эффективного роста орхидеи необходимо уделять ей достаточное время при уходе. Подкормка – одно из основополагающих мероприятий в уходе за растением. Используя удобрение Бона Форта, можно без вреда для растений стимулировать его рост, развитие новых корней и листьев, цветение, а также укрепить иммунитет и обогатить полезными витаминами и микроэлементами. Действуя по инструкции, можно добиться благоприятного результата в кратчайшие сроки.